Салют, комрады, с вами Мастер М, и я двигаю домой, весь заряжен на что? На секретный казахстанский метод борьбы с тараканами, которые особенно активно живут вон в такого рода древнейших подъездах, зданиях, домах, квартирах. Смотрите, джигитер, здесь сейчас идет ремонт жил, кто попало, и, конечно, после этого остается полная хата. Где вы? Вот таких арендаторов, которые совершенно не собираются платить за аренду. Сейчас их еще мало. Способ настолько крутой и настолько дешевый, что по цене он выходит всего в $1, чтобы утащить на тот свет всех тараканов во всей квартире. Только что был сделан стратегический закуп. Одна картошка, одно яйцо и одна баночка борной кислоты 30 грамм. Четкий вес. Комрады, так как я решил на несколько дней передохнуть от ремонта и метнуться на казахстанский Алтай, я понял, что это самое подходящее время для геноцида тараканов в мое отсутствие. В рабочих районах Алматы рецепт передается из поколения в поколение. Чтобы не нарушать древнейших традиций, мы должны сварить яйцо и картошку в казане. По итогу, друзья, у нас должно получиться один вкрутую сваренный желток. Берем 20 грамм борной кислоты, и я даже решил, что до половины картошки этим жрачам будет вполне достаточно. Прайс на ведение военных действий с тараканами уменьшается кратно. Почему я так заморочен о цене? Да потому что сколько уже раз вызывали этих ребят, которые травят здесь, закрывают окна, двери. Соседи все это чувствуют, орут, пищат, жалуются, ты платишь пресс денег им, и по итогу это на пару недель, а потом тараканы опять появляются. Что вы делаете? Sorry. Простите. Sorry. Извините. Простите. Мы приняли вас за другое лицо. Нужно что-то такое, что действует на них постоянно. Итак, очищаем картошку от шкурки, добавляем 20 грамм. Ой, да ладно, прям да сделаем 21 грамм. Четкое очко борной кислоты. Очко. Ну, еще главный ингредиентик, ребят. Может быть, наши казахстанские тараканы, они гурманы. Поэтому капля майонеза для вкуса не повредит. Четко по башику, по кругу. Но ни в коем случае не давайте им, например, фитлайновский активайс, ребят. Это для энергии, это для нас, для людей. Нам нужны БАДы, аминокислоты и все остальное ништяковое, чтобы мы были в теме, в энергию. Этим членистоногам, я думаю, энергии вполне достаточно. Продолжаем массировать яйца и картошку. Доводим до однородной массы, комрады. Вы знаете, смотрится аппетитненько. Да я думаю, я бы даже мог бы и бешпармак бы сделать, лишь бы они свалили. Но они, наоборот, гостей звать начинают. Ну все по традициям. Получается вот такая смесь. Вот это поворот! Теперь наша задача, друзья, сделать армию. Армию лангольеров. Знаете, честно сказать, я как бы до этого момента в душе не юб. Ну, зачем вообще борная кислота нужна? Поэтому я не знаю, целесообразно ли делать ее голыми руками, эту армию. Но уже второй взвод готов. Итак, мои дорогие любители квартир без насекомых. Армия мстителей готова. Конечно, спереди будет генерал, дальше идут десантные подразделения, пехота, артиллерия, даже из бронетанки. Замыкают это все четверка ниндзя-черепашек. Я думаю, генерала штаб-квартира будет прям... А вам не кажется, что ваше место возле парашей? Где-нибудь у помойки, да даже может буквально вот прям там в помойке и будет. В финале, комрады, для того, чтобы мстители работали более успешно, вам нужно сказать мантру. Так как у нас многонациональное государство, и, возможно, тараканы, они тоже нелегальные мигранты, говорите на всех языках, которые знаете. Я, например, говорю «тараканы вон», «таракандар get to the, get the fucking out, fucking cockroach». И все. После этого все срабатывает, и у вас чистая квартира, никто вас не раздражает, особенно эти ребята, которые мелкие и не платят за арендную плату. Ребята, подписывайтесь на канал, это был прикол, но очень действенная методология. Посмотрите, через 2 недели все исчезнут. С вами был Мастер М, обнимасана.